Алматинской области подали в суд на прокуратуру, поскольку уверены, что чиновники в погонах к своим обязанностям относятся халатно. В 2012 году предприниматели узнали, что их земельные участки попадают под строительство автодороги Западная Европа-Западный Китай. Спорить с государством – дело неблагодарное, поэтому все согласились на денежную компенсацию. Средства фермерам перечислили, а буквально несколько месяцев назад прокуратура посчитала, что владельцам земли якобы переплатили и потребовали вернуть все деньги. Участки, однако, отдавать назад не собираются. Мы, как добросовестные граждане республики, пришли, прочитали договор, который нам предложил акимат и отдел земельных отношений, посмотрели оценки нашего участка. Хотя она была ниже рыночной, но мы подписали, потому что государственных, для государственных нужд мы против не могли подписать. Квадратные метры дорогостоящей земли, где преимущественно были разбиты сады, государство заполучило за копейки. Выкупались участки не по рыночной стоимости, а по самой низкой кадастровой цене. Теперь и эти гроши фермеров пытаются лишить. По негласному казахстанскому закону крайними всегда оказываются те, кто находится по другую от правительства сторону. Все сделки, совершенные в обход закона, если так считает уважаемая прокуратура, должны возвращаться в первоначальное положение. Никто землю крестьянам не возвращает. То есть земля была отнята, были заплачены компенсации, мало или много – это другой вопрос, они были выплачены. На эти, как я разбирался, денежки куплены были по рыночной стоимости удобрения. Сейчас фермеры ждут, чем же увенчается суд. Хотя и здесь сплошной хаос. Представители прокуратуры часто игнорируют заседания. Отчаявшиеся предприниматели даже написали обращение президенту. Они, законопослушные граждане, пошли навстречу государству, оно их по традиции кинуло. Thank you.